Аккуратно. О, боже! Настолько быстро? Шипы! Чего? Я получила 400 тысяч просмотров. О, боже мой! Нет! Вертолет стоит 50 миллионов. У меня есть цель. И я иду к ней. На связи я, Юни. Ты когда-нибудь мечтал стать очень знаменитым ютубером? Иметь множество фанатов, лайков и денег? Если да, то досматривай это видео до конца. Ведь именно сегодня я стану самым популярным и богатым ютубером в Майнкрафте. И покажу, как это сделать. У меня будет самый мощный компьютер, самый большой дом, огромная команда помощников и даже личный вертолет. Я создала новый канал на ютубе. Прямо в Майнкрафте. Сейчас мы находимся в подвале моего старенького дома. Да, выглядит, конечно, не очень. Тут даже полки нереалистичные. Похоже больше на какую-то гору. Но чем быстрее я получу свои первые деньги и первых подписчиков, тем быстрее смогу покинуть этот подвал и купить себе новенький красивенький домик. В этом старом квадратном компьютере хранится все. Вся моя ютуберская жизнь. Вау! Какая красота. В этом лобби множество мини-игр, в которые мне необходимо играть, чтобы получать новых фанатов. Но все не так просто. Например, в эту мини-игру я не могу играть. Мне нужно 725 тысяч долларов, а у меня всего 50 тысяч. Вообще-то это не так уж и мало. Но пока что мне доступны только этот лимузин, Dead End, бесплатно, и Ice Glider за 50 тысяч долларов. Это все мои деньги, поэтому пойду-ка я в лимузин, посижу. Да ладно. Поиграем? Смертельный конец. Проще говоря, тупик. Пол исчезает. Оставайся в живых так долго, как сможешь. Я попробую. Так, окей. Ага. Я оставляю после себя красный цвет, на который мне не нужно наступать. Хорошо, тогда вроде бы это просто. Пам-пам-пам. Главное идти. Что? Ифрит? Я думал, тут главное идти правильно и просто по краям, а потом посерединке. Но тут ифрит. А это что такое? Так, я змейка, хоп, подбираем. Что это? О, скорость! Отлично! Я вижу что-то еще! А я не смогу это подобрать! Нет, 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 нет! Почему не пуляется? Я хочу подобрать, подобрать! О, инвиз! Я подобрала инвиз, но все равно умерла. Что? Я получила 400 тысяч просмотров и 15 тысяч долларов за мой первый ролик. Как-то нереалистично. У меня уже 1670 подписчиков. Зарплата 50. 50 чего? Да, у меня две загрузки, потому что я пока переводила, что написано, я проиграла. Ух, поработали и хватит. Возможно, в этом мире все очень дорого. Иначе как объяснить, что у меня 15 тысяч долларов за один ролик? Домик, кстати, не так уж и плох. Просто меня смущает, что я записываю в подвале. Эй, там! Будь внимателен, чтобы добраться куда-нибудь быстро, выбери, куда ты хочешь отправиться. Я смогу тебя доставить без проблем. Геймер Ас! Здесь продаются новые компы. Крафт Кея. Мебель для нашего дома. Пизи Моторс. Машины. Все очень и вправду дорого. Сколько же стоит новый дом? Вот такой вот домик. 500 тысяч. Я думаю, это реально. Он и правда неплох. А какая хорошая комнатка для записи. Все, у меня есть цель. И я иду к ней. Ты на спорте, я тоже, погнали. Нужно сразу подбирать штуки, которые выпадают здесь на полу. И обходить стороной ифритов. Вижу, вижу, вижу какую-то штуку. Что это, что это, что это? О, даже две. Прыжок, инвиз. А, хорошо. О нет, инвиз потерян. Только не стреляйте, пожалуйста. Я уже тут 30 секунд живу. Отлично. Ау! О, допрыгнула. Тихо, тихо, не-не-не-не, не пуляемся, не пуляемся, пожалуйста. О, боже мой, нет. Не гори. Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой. О, кажется, это все одну минуту. Я продержалась целую минуту без брони, просто голенькая. Что там было? Ну-ка, и сколько я получила? Просмотров. 827 тысяч. И 35 тысяч долларов. И подписчиков уже 6 тысяч. Поздравьте меня, поздравьте. Может, попробуем поиграть в это? Ледяной глидер. Побей рекорд в гонках на лодках. О, надеюсь, я не просто так потеряю деньги. Вперед! Так, едем, 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 едем. О, боже, шипы! Чего? Ладно, я, конечно, не мастер лодок, но вроде... Сейчас научусь, я смогу. Что это? 5 тысяч долларов просто так на дороге валяются. И еще мне нравится. Опасный поворот, бам! А я уже окупила игру. Так, и что же? Я уже вижу. Миллион просмотров. 175 тысяч долларов. И 45 тысяч подписчиков. А хорошая эта игра, она даже проще, чем эта.
у нас много денег, можем позволить себе купить что-нибудь. Прокачаемся. За стареньким компьютером как-то не хочется сидеть. Прокачка остается навсегда, поэтому это даже хорошо, что мы купим что-то. Я бы поменяла монитор. Так, он прям в руках у меня. Еще бы... А, распродано. Прямо как мой мерч. Внимание, внимание. В моей группе мерча проходит конкурс на черный значок. Скорее переходи по ссылке в описании и участвуй. А что за мерч? Мой мерч, который уже практически заканчивается. Двухсторонний шоппер 2.0 с ручкой на перевес. Игрушка-перевертыш и значки кроликов. Что же мне еще доступно? Клавиатура. Ага, отличненько. Вижу, вижу зеленую надпись. Кресло. Да, чтоб спинка не болела. Компьютерный блок сюда. Мне остается 100 тысяч. Нормально так, зашла в магазинчик, купила себе... Стоп. Мышка. Нормальненько так зашла в магазинчик, купила себе вещичек на 150 тысяч долларов. Ха, что ж, меняем? Так, вот она новенькая. Реально так... Деревянный стул, прощай. О, клавиатура. И монитор! Вау! И стол даже увеличился. А, я что, полный гейминг-сетап собрала? Вау! Надеюсь, от этого мои видео станут только лучше. И фанатов станет больше. Проверим. Запись через 3, 2, 1. Всем привет, на связи я, Юни. И сегодня мы играем в змейку. Вау! Да это что? Это мне нужно подобрать. Так, инвиз. Отлично. А! Так, бежим отсюда. Если бы у меня появились хотя бы штаны, я бы продержала здесь немножко подольше. Ботинки. Прыжок не сработал. Плохое видео получилось, даже миллион не набрало. Бесполезная мини-игра. Всем нравится Ice Glider. Погнали записывать. Так, попробую через F5. Может так проще на... Много. Ага, ну да. А может сюда повернуть? Да, тут валяется 5000 долларов. Хороший поворот. Мне нравится. О, да еще, реально. А, это тупик. Но зато я подобрала деньги. Хорошо, что эта мини-игра не на время. Но когда-нибудь я смогу дойти... Так. До конца этой карты. Есть! Сюда! Опять тупик? Или это я... Что? Это, оказывается, я прошла тогда, и сейчас тоже. Поздравляем! Ты получаешь 2500 долларов каждую минуту! Уу! Также мы выдаем тебе ютуберскую награду за 100 тысяч подписчиков. Воу, я могу ее куда-нибудь повесить? Ну-ка. И правда! А, и все? Верни! А как? Она висит не очень, но... Ничего страшного. Как приятно. Получается, если я простою просто так эту минуту, мне просто так дадут 2500. Вау! Но мы не будем ждать, нам нужно заработать 500 тысяч на новый домик. Вау, я прошла без единой ошибки, вы это видели? 1 200 000. Ух, да, эта мини-игра дает всегда примерно одинаковое количество подписчиков и денег. Что ж, может поиграем в новую? Бросок трезубца, лови как можно больше воздушных шаров за определенное время. Ай, ну не знаю, 300 тысяч это стоит. Может мне поиграть еще раз и купить домик? Да так хочется попробовать новое, но я могу проиграть. Что же делать? Давайте рискнем, у меня есть 60 секунд, чтобы попасть и лопнуть шарики. Хорошо. Вот здесь очень много. А еще с другой стороны. Опа, связка шаров. Главное не пропустить такое. Она дает больше всего. А вроде нормально. 8 миллионов просмотров. 500 тысяч подписчиков и 500 тысяч денег. Как хорошо-то я рискнула. И смотрите, я получаю каждую минуту плюс 10 тысяч долларов. Мне срочно в магазин, срочно. Прощай, бесплатный домик. Больше никаких подвалов. Ведь мне доступна целая вилла. Эй, кто там в моем доме лазит? Так, опа, покупаю. Стоп. Я думала, я буду записывать в соседней комнате. Здесь. Почему я сижу в спальне? Это же неудобно. Кажется, придется копить на новый дом. Что ты тут делаешь? Фанат? Да, видно, фанат. По этому городу так тяжело ходить пешком. Это огромный город. Смотрите, там магазин, тут магазин. Там тоже магазин. Я дошла до своей будущей цели.
дом. 10 миллионов. Вау. Какой огромный дом. Тут даже терраса есть. В общем, о чем это я? Мне нужен хотя бы велосипед, чтобы здесь быстро перемещаться. Мотор Спизи. Здравствуйте. Сколько стоит велосипед? 250 тысяч. А у меня 243. Ладно, сейчас быстро это исправим. Хоп. Сняли еще один видосик. Покупаем. Отлично, мой велик. Как-то кринжово ездить на велосипеде, когда у тебя почти миллион подписчиков. Вообще-то у меня должна быть крутая машина. Если что, в жизни у меня даже велосипеды. Но это я тупо про Майнкрафт. Все, приехали. Отлично. Денег не хватает. Нужна новая мебель для квартиры. Давайте-ка немного поиграем. Миллион подписчиков и 50 тысяч долларов каждую минуту. Нужно повесить куда-нибудь эту награду. Мою прошлую, кстати, забрали. Опа! А ее реально нельзя забрать, что ли? Какая красота! Продолжаем. Еще одно видео, которое набрало 8 миллионов. И у меня уже миллион баксов. А это значит, что для меня открыта новая игра. Пересеки дорогу. Погнали. Вы знаете игру про курочку, которая пересекает дорогу? Я курочка. И мне нужно аккуратно. О, боже, настолько быстро. Ладно, ладно. Чего тут овечки, а не машины? Боже, меня чуть не сбили. А как вот играть? Ну, вроде прохожу. Так, так, ага. О, боже мой, я смогла. Что? Нет! А, я почти прошла, я почти прошла. Ну ладно, 5 миллионов просмотров тоже неплохо. Ух, я не окупила, но я могу еще раз попробовать. Главное, не проиграть. Что? Какашка. Я же сказала, главное не проиграть, да. А у каждого ютубера бывают дни, даже месяца неудачные. Нужно всего лишь подождать. Накопим деньги из предыдущих роликов. Какой кошмар. Знаете что, а давайте обновим свою мебель. А то я сижу в каких-то квадратных блоках. Не круто для ютубера, тем более у меня на мониторе вебка стоит, значит меня записывают. Я могу купить барабаны, диванчик, джакузи. Сюда. Что еще, что еще? В это можно играть? Если да, я хочу это. Кроватка. Так, куда бы мне все поставить? Например, здесь у меня будет вот это. В это нельзя играть, я что-то зря купила. Черт, ладно, кровать получше. А вот это, можно в это играть? Нет? Плохая, плохая штука. Стоп, что? Так, 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 оно работает. А это... Вау! Прямо сейчас пиши в комментариях, на кого ты ставишь, на красных или на синих. Я на синих. Я проиграла. Ну, прикольно. Так, а джакузи? Ну что, моемся? А воды нет, да? О, все, наполняем. Нормально в одежде. Хорошо. Все, у меня есть кроватка. Вау! Я реально могу спать. Круто! Вау! Но это все не то, все не то. Мне нужно реально что-то интересное. Например, мотоцикл. Также могу снова обновить свой компьютер. О, хромакей! Да. Он мне точно поможет в записи видео. А еще лава-лампа. Круто! А еще микрофон студийный. Студийный микрофон — это самое важное, что нужно. Для начала обновим микрофон. Лава-лампа! Хромакей! Вперед зарабатывать больше подписчиков! А, еще деньги закончились, кстати. Подождем! Накопила! Вперед играть! Надо постараться, очень сильно постараться. Очень опасно, реально! Вперед, 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 вперед! Фу. Смотрим по сторонам. И вперед, вперед! Боже! Ладно. Ага, они вот это. И сейчас, прямо сейчас! Так, есть! А как это пройти? У меня в прошлый раз не получилось. Так. Нет! А, ну ничего. Окей, 2 миллиона просмотров и очень много денег. Поздравляем! Ты получаешь 250 тысяч долларов каждую минуту. И у тебя 10 миллионов подписчиков. Получай награду и Golden Bell. 10 миллионов подписчиков. Пау! И Golden Bell. Что за... А-а-а! Поезд 10 миллионов.
прикольно. У меня 2 миллиона денег. Это нужно тратить 100%. Я куплю все, что в этом магазине. Вау, крутое кресло. Хорошо. Вау, крутая цветная клавиатура. Хорошо. Вау, мышка тоже с подсветкой. Сюда. Камера. Буду снимать 4К. О, какой красивый компьютер. Мне это тоже надо. Кажется, в этом магазине никто, кроме меня, ничего не покупает. Либо я всегда прихожу последний, потому что все распродано. О, тут еще есть получше. Или не получше. Стоп, я купила мини-холодильник. А вот и компьютер. Остальное стоит очень много. 5 миллионов. Стоит 3 монитора. У меня, кстати, в жизни 2. 2 тоже круто. У меня один вертикальный, другой горизонтальный. Могу в Телеграм, кстати, свой выложить, как это все выглядит. Так что переходим в Телеграм. Сейчас мы все расставим. Джойстик, PlayStation 5, точнее, PS 5. Мини-холодильник. Так, HD-камера. Цветная клавиатура. Вау. Нужно снова копить. Сейчас моей целью является накопить на дом, который стоит 10 миллионов. Я думаю, у меня это получится. Ой, у меня кончились все деньги. Ну ничего, у меня каждую минуту плюс 250. А следующая игра стоит, кстати, почти 4 миллиона. Что же это? Найди выход. О, звучит очень клево. Я накоплю, обязательно накоплю. Ждем-с. Накопила! Вперед играть! 2, 1, запись началась! А, смогу ли я пройти? Не знаю, просто тут выглядит очень сложно! Ну ладно, 5 миллионов. У меня есть еще денежки, поэтому я могу попробовать еще раз. Так, мне нужно допрыгнуть туда. Так. Почти! Хороший ролик записали. Надо попробовать еще раз. Я должна это пройти. О, лягушка, квакушка. Так. Почему у меня все так плохо с паркуром? Ну ладно, ролики записывайте, нормально. У меня уже 36 миллионов подписчиков. Я подписана, потому что я не могу пройти уровень. О, я не знаю, как это сделать. Может быть, отсюда как-то. Так, да, я смогла. Ага, хорошо. Ух, так. О, да. Нет, снова река. Блин, тут все так быстро. Нет! Ладно, это был рекорд. Тоже неплохо. О, прекрасный ролик. Набрал 23 миллиона. Итого у меня уже 43 миллиона подписчиков. Обалдеть. Я записала еще несколько роликов. И только посмотри, у меня прибавляется по миллиону каждую минуту. И да, я накопила на новую игру. Фух, поехали. Найти полисмен. Это полисмен? Так. Ну вот же он полицейский. Нет, не полицейский. Может на втором этаже? Это не полицейский. Это тоже не полицейский. Где же ты сидишь? Вот ты. О, это было долго. Очень-очень долго. Но теперь мы знаем, как он выглядит. И второй раз будет проще. Так. Ага, художник. Что? Как выглядит художник? Тут один клоун. Нет. А, уже долго ищу. Вижу. Стоять. Это же ты. Да. О, понатыкала. Ну чё, как ролик записался? Хорошо. Если я выиграю на этот раз очень быстро, то я смогу купить себе новый дом. Поэтому, шеф, это повар. Я помню, как они выглядят в таком белом, у них шляпа, так что должно быть легко найти. Если он на первом этаже... Есть, вижу. Так быстро нашла. Да, мне даже дали награду. Вау. 100 миллионов подписчиков. И я записала прекрасное видео на 500 миллионов просмотров. 5 миллионов каждую минуту. Ну все. Это точно победа. Я пойду покупать себе новый домик. Кстати, а что я мотоцикл-то не купила? Сейчас заеду сперва. Обновлю свой транспорт. Опа, миллиончик сюда. Вау. Вертолет стоит 50 миллионов. И нужно 500 миллионов подписчиков. Я дойду до тебя, дойду. Ну все, велик, прощай. Поехали. 10 миллионов, покупаю. Вау, вот эта комната мне очень даже нравится. Игровая комната такая прям отдельная. Тут телек можно посмотреть. А что еще здесь есть? Балкончик, отличный вид. А, джакузи уже тут есть. Хороший домик. У меня есть еще 10 миллионов, поэтому я правда могу позволить себе телевизор. На стены телевизор. Есть. О, электрическая гитара. Ой, хочу. Обустрою комнату. О, я еле поставила. Вот, в общем, телек и гитара.
И все это одним касанием. А еще надо обязательно поставить свои награды. Уф. И крылышки, у меня есть крылья. О, как классно я выгляжу. 143 миллиона. А что будет на миллиард? Это надо узнать. Вижу полицейского. Очень быстро нашла. Так, 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 так. Сюда иди, сюда. Это самое быстрое дохождение. Пару секунд. 10 секунд не прошло. Я могу купить на эти деньги 3 монитора. Да, а еще свет, усовершенствованный компьютер. Я купила весь магазин. Продавец, что ты скажешь? Спасибо, что купила все, что я тут продаю, пока. У меня осталось еще 30 миллионов, и я могу купить Jet Sky. Что это такое? Это же что-то водяное. Да. Кайфово. Обновим комп. Свет и комп. Блин, а я тоже такого в жизни хочу. Мне нужно 200 миллионов подписчиков всего. Подписывайтесь. Кстати, надо проверить. Это самый крутой дом, который есть. 50 миллионов, целый особняк. А тут реально на мотоцикле только и ездить. Вау. Мне осталось всего лишь половина. Хотя стоп, 25 миллионов. Куплю. Прям сейчас могу купить. Нормально. Это было очень быстро. А, как здесь просторно. И прям под меня цвет. Могу кого-то сюда подселить. И целый гараж для моей тачки и вертолета. За дело. Доктор, нашла. Сантехник. Как же он должен выглядеть? Повар. Есть. Эта цель выполнена. Вау! Правда, прям под меня! Поехали, знаешь, куда? Смотреть, сколько стоит вертолет, ведь это самая последняя цель. Тоже стоит 50 миллионов! Ох, а машина-то какая крутая! Так, я должна это сделать. За работу! 36 миллионов! Я могу купить тачку! Опа! Все, пойду посмотрю на нее. Ля какая, вау. Погнали-ка, прокатимся. Вау, чуть не сбила подписчика. О, я здесь не была. Стоп, 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 стоп. Чего? Офигеть. Я беру свои слова назад. Вот это особняк. Очуметь. Это дом Влада А4? Я даже не знаю, хочу ли я на него копить, потому что это очень долго. Но только посмотрите, тут есть и теннисный корт, и баскетбольчик, и беседка вот такая на краю земли. Ох, пойду-ка я копить. Это, ну, где-то через годик. Да, через годик домик этот будет, а пока просто могу здесь... стоять. Надеюсь, меня отсюда охранники не вышвырнут. Ну, а на связи была я, Юни. Спасибо большое за просмотр этого ролика. Надеюсь, тебе нравятся такие ролики. Ставь лайк, подписывайся на канал. Пока, до связи.